Музыку лучше лопнуть? Он немножко скрутее. Это минимум. А, здесь минимум. Так, заебись. Пенис! Где энергетик? Это твои пенис. Где мой энергетик? Холодильник. Просто я спать хочу, пиздец, как сильно. Там три штуки есть. Бля, ты серьезно, монстр? А что он? Какая хуета, блядь. Никогда не любил монстра. Нихуя у тебя лосось, это на что, брат? Так это мы роллы сейчас будем готовить. Да? Да, будет резюка полнейшая. Я не умею. Так для этого рис она умеет. А ты умеешь? Я нет. Это... Ну я смотрел гайд, это авокадо. Ну, слушай, давай тогда будем готовить что-то. Я ебал ждать вот это. Так нам нужно пока рис сварить. Так ее нету нахуй. Ты умеешь его варить? Ты знаешь, что его сложно варить? Его легко варить. Нет, ты знаешь, как правильно его сварить? Да, знаю. Как, откуда ты знаешь? Я что, зря гайды на ютубе смотрел. Блядь. Его изи готовить. Стой, давай откроем. Ты рис только жарить умеешь, да? Ну, дядя, блядь, ну тут надо готовить его. Там у тебя все нормально работает? Да. Что у тебя есть по трапезничанию? Что это? Это можно? Да. Это идем? Да. А что ты, чем ты тут питаешься? У тебя раньше, блядь, еды столько было в холодильник? Так я заказываю. Они все видят, блядь? Конечно. А микровод? Вкусный? Чат здесь, мой. Так, давай я стой, подожди. Что делать? Где мой телефон? Ну, Филадельфия сыр? Да подожди, злой, мы еще не начали. Плюс час, чтобы меня трахнул. Диана... Под столом, она сейчас чуть позже вылезет, вы не переживайте, скоро она будет. Чуть занята она. Так, смотри, первым делом нам надо сварить рис. Да. То я так понял, ты ее только жаришь. Брат, во-первых, ты уксус есть у тебя? Ты умеешь варить рис нормально, как надо? А как надо? Короче, то надо его так сварить, чтобы он не был уебищным. Ну так это изи. Мы успеем? А дай мне повязку вот эту белую. Миллион! И сердце лед! Извините, чат. После караоке. Смотри, у меня есть два риса, я не знаю. Тут еще в этом наборе какой-то другой рис. Ну да. Это зернистый. Это нормальный, это нет. Брат, ты мне скажи, что мне делать, я сделаю все, мне похуй. Сейчас. Да, это достаточно. Будешь нарезать рыбу. Большой жир, большие сиськи! Большой жир, большие сиськи! У меня есть колбаса, хочешь роллы с колбасой? Не, 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 давай рыбку нарезать буду. Держи, только я не знаю, это надо у Дианы спросить, какая лучшая рыба, сёмга? Почему мы должны зависеть от какой-то владелицы женского органа, блядь? Она по рыбе разбирается. Потому что у нее есть... Филадельфия или... Рис, или алё, сёмга? Блядь, как рыбу нормально нам почистить, Филадельфия, блядь? Или сёмга? Филадельфия, конечно же. Сёмгу я сам съем. Да они одинаковые, брат. Они разные. Смотри, это такая, это такая. Сёмга надо. Чат, что надо? Что надо, Филадельфия или сёмга? Какая она? Ты сказал слово на букву Ч? Это такая, это такая. Ты сказал... Сёмга надо? Форель нахуй тогда. Сёмга надо, Йосип. Так... Давай досточку. Форель менее жирная. Так я её и буду есть. Давай досточку. Вот досточка, Йосип. Йос, новая, бля, ебать ты подготовился, грязюка, это мне нравится. Вот мне нравится, приходишь, все готово, ты уже только делаешь грязюку, да? Так, я буду рис варить. А я бы буду жарить. Я бы пожарил, бля, я только никогда, нахуй. Да не, после стрима я к Ваде поеду, блядь.
Бестранное, да видим, быстро. Брат, после меня можешь жарить все что угодно. Так. Стой, сколько его надо, я вообще не понимаю. Ну подожди, но он может вот этот лучше сваришь, где он? Вот. А вот этого нам не хватит? Рис для суши. Я не знаю, подведи камеру. Это тоже суши рис. Ну, бля, брат, я такой затупок, блядь. Эксперты по рису, какой лучше? Эксперты по рису есть? Есть такой, есть такой. Выбирай. Ай! А! Порезал упаковку. Левый? Левый это вот это, да? Да, это левый. Ну, у вас это правый. Вот это, да? Брат, а как его резать? Что, сказали вот это? Как его резать? Салфетки есть? Да. Сразу давай салфетки, а то я распиздил. Большие же, большие живот, большие сиськи. Ты мне пишешь, что нужна форель, а не семгу. Они сказали семгу. Я сейчас какую хуйню приготовим, я уверен. Ну я поел, мне похуй. Я Деруно въебал с овощами гриль. Ну типа... А Деруно не будешь этим? Я, брат, то, что я готовлю, я всегда ем. Нахуй я тогда на кукинг пришел, чтобы просто на халяву посидеть тут? Ты же деньги за стримы не платишь, хотя бы наемся. Я всегда так делаю. Приятно. Бля, вообще, на самом деле, их проще заказать. Я вот сейчас купил вот этой всей хуйни на 2000 гривен. Ниндзя суши можно заказать, блядь. Блядь, а чем нам не сделать стрим, как мы просто едим суши? Нахуй? Заказали бы у Сани ниндзя суши, похавали бы. Ну да, нахуй нам вот это готовить, блядь. Чат, вы согласны? Смотри, столько риса норм. Он меня спрашивает, столько риса. Столько риса норм? Чел, я не знаю, сколько. Ну, полпачки. Да? А я руки не мыл. А, то есть сейчас потрогал рыбу и не да. Помыл руки с улицы? Да. Ну, я у Вадима мыл. Честно. Ну, охуенно. Ну, я помою, брат. Вот есть тут. Я помою. Да похуй, корона, не корона. Главное, чтобы не из Львова, так сказать. Что это такое? Мы едем быстро, не догоним быстро. А где руки вытереть? Что это за пингвины туда? А где руки, брат? Чат, если вы сейчас нас не научите готовить суши... Чего ты салфеток берешь? Это привычка. У меня просто с пениса столько дерьма вылетает иногда. Ну просто привычка. Ой, блядь, не туда. Блядь, короче, наш тут приехала Диана и нас спасала. Нет, нам похуй, мы сами, мы, блядь, мы сильные мужики или мы слабаки ебаные, блядь? Ты знаешь, как ее нужно нарезать? Да. Похуй, ладно, нарезай. Так, чтобы въебало влазило. Вот так. Да, ее нужно полосочками. Согласен. Потому что мы будем... Свежий. Свежий? Да. Отрежь мне кусочек. На суши что? Ты пришел рыбы сюда поесть? Там еще есть. Чат, кто будет слайсик? Полосками нарезать? Mm-hmm. Вари рис, брат. Я варю. Ты знаешь, там уксус надо добавить? Нужно добавить уксус и этот. А когда его надо добавлять? Когда сварим. Точно? Да. Я гайды смотрел. Надо сначала помыть рис. Промыть, рис, да. Рис не моется. Что делаешь? Ем. А какими кусками нарезать? Да я ебу, блядь. Чат, какими кусками нарезать? Такими норм будет, чат? Он такими норм? А давай ближе поставим камеру, прям перед столом. Можно. Нормально, норм. Он большой, маленький. Сейчас я ближе вас поставлю. 3-4 миллиметра. Ты что, мне по члену, блядь, своему мерить, что ли? Большой слишком, да? Слишком большой? А фокус будет? Нормально. Слишком большой или нет? Бля, можешь побледнее? Побледнее можешь сделать? Ну, о, заебок. Норм? Это больше. Больше. Куда больше, сука? Меньше может? 2 стакана риса, 2 стакана воды. Слышал? Слишком...
Больше еще. По стакану я на глаз вымерил. Меньше, да. Надо меньше, да? Поменьше делать. Поменьше. Поменьше. Да, значит он... Значит он что? Он бракован. И мы его утилизируем. Вот так вот. Вкусно? Бля, я уже наелся. Да, ты уже половину съел почти. Вот такой нормальный. Небольшой, смотрите. А может... Бля, ты думаешь, нам этого хватит? Да, блядь, тут целую семью можно накормить этим. Да я ебу. Да я тоже не ебу, брат. Надо было по стакану наливать. Они с такими темпами суши не приготовят. Приготовим. Сейчас Диана приедет просто суши. Сейчас я похавать. Я сейчас ее как позвоню, блядь. Я сейчас как позвоню ей, блядь. Она как меня заигнорит. Да я как начну дальше больше. Я не хаваю. Нормально? Или еще мыть? Короче, а что я спрашиваю? Алло. Похуй. Ты когда будешь? Два мужика не справляются с рисом. Он убегает по комнате, ты понимаешь? И рыба у нас тоже какая-то уебищная без тебя. Еще одна? Ну, тогда ее надо пожарить. Где ты уже? Ты готова? Куда ты двигаешься? Где ты, скажи? Дай мне таксиста, я у него спрошу. Ты нихуя не понимаешь что-то. Таксиста дай мне. Я ему скажу, что... Не, я делаю тебе путь, блядь, маршрут, чтобы ты быстрее доезжала, потому что опаздывать... Давай. Заблудилась, блядь, шули? Ёсы-бусы, блядь. Давай вино, это сладкое? Бля, я хотел, чтобы никто не видел, что я вино пью. И что, блядь? И что? И что тут такого, блядь? Это же не... Да, а есть что-то другое? Это еще Simple вино покупал, когда мы летом гуляли. А, ты его хранишь? Да. А есть у тебя что-то другое? Виски. Не. Веселые. Есть. Да? Да. Не, я ебал. Я так просто поинтересовался, чтобы наряд сюда приехал по приколу. Бля, я не знаю, как резать, но в принципе я не сдаюсь. Ходил сегодня в зал? Нет, залы же закрыты. День выходного дня. Ну, потому что залы закрыты, блядь. И этот, я три раза... Ты промыл от крахмала рис? Да. Сколько раз? 5. Минимум. Слышал, у нас с тобой романтика под вино, да? Свечи? Да. Так может нахуй рис? Я тоже так считаю. Может тут свечечки сейчас поставить? То вот эту пацанскую романтику еще испортит нам. Она нам просто сейчас все придет и испортит всю романтику. Обломает. А вы музыку слышите, чат? Так, все, рис варится. Рыба режется. Ебать, ты нарезал, ты что, гонишь? Это много? Это блядь, куски толстые. Не слышно. Подслушай, блядь. Подслушай их. Подслушай музыку, блядь. Подкрути, точнее. Скажите, когда будет слышно. Я наврезал. Дальше что, брат? Бля, охуенно вино такое вообще легенько. Что дальше? Я откуда знаю? Надо нам рис сварить. Мы два дебила, Боудура, не разумеем, что робить. Можно брать можно нори. В рот взять. А нори, ты знаешь, их надо размочить? Нахуя? Как их резать, ты знаешь? Нахуя? Нахуй нам нори, если рис не готов?
Давай займемся огурцами или авокадо. С чем у нас с огурцами или с авокадо? С огурцами. Авокадо безвкусная хуйня какая-то. Тут согласен на 100%. Блять, как можно есть авокадо? Оно же вообще вкуса не имеет, блядь. Типа, чат, я неверно рассуждаю? Нельзя мочить, пишут. Алло. Что нельзя мочить? Манту? Нори. Эксперт. Не надо? Нет, конечно. Злой жрет сырую рыбу, глисты в его жопе. Сырая рыба. Что? Это сырая рыба. В смысле сырая? Прямо. Она вообще-то не сырая. А какая, блядь? Сваренная? Ну да, она же как-то... Что-то с ней там про... Ну не сырая же она. Сырая, брат. Нет, она что-то проходила, грязюку какую-то. Нет. Это не с живой рыбы, она чуть-чуть полежала, там сырая, насыпали ей грязюки и дали на стол. Не, нихуя. Что повязку вы... оставлять? Домой забирать повязку? Рисовый ацет. О, это надо в рис, но надо поинтересоваться, когда. А где вот гайд? Это, а вот это что? Это премиум. Вот это надо. Ты долбан, блин! Где гайд, нахуй? Где гайд по этим сушам? Где ты этот набор этот уебанский? Да я просто купил все, что там. Не, набор для суши, где он? Читаем. Где инструкция? Для кого это нахуй? Я ебу, как их готовить, блядь. Набор. Набир специй, это приправ для протувания суши. Оптимальный. Йосип, сука, ты... О, писать надо. Тихо. Ой, стоять, блядь. Нихуя, остановка. Рис у кількості 250 грам ретельно промили холодною водою. Помістити з капустою та залишити рис донести до кипіння та варити 10 хвилин на маленький вогонь. Вариться. Маленький вогонь? На максимальном. Ти ебло утіне на маленьке. Оно сначала закипіть, а потом на маленьке. Ебло утіне. Читай. І умкнути... потім на 10 секунд умкнутися 10 хвилин на маленькому вогні, сплити, залишити стояти на протягом 5 хвилин. Чо, і чо? Під закритою кришкою. Потім на 10 секунд увімкнути сильний вогонь, а потім зняти каструлю з плити, залишити настоятися потім, поняв нахуй? У цей час готуємо заправку для рису. Для цього виливаємо в чашку 55 мг оцетового рису, оцього. Ага. Чашка нужна, так? Ні, не зараз, блядь, пускай свариться. Оцтвор... Додаємо цукор, 2 ложки та соль. Є сахар і соль? Так. Да. Где? Нет. Блять, чуть не стрельнул, блять. Есть, ладно, есть соль. Есть цукровая пудра. Подойдет? Какая нахуй пудра? Цукровая. Нет. И одну чайную ложку. Есть ванильный цукор. Ты ебло, волосатая. Ну будешь жрать нахуй какую-то хуйню, блять. Ванильный цукор, он вкуснее. Обычный сахар есть? Нету, блять. Сообрази. Где, блядь? Что, тебе пишет там, рис, какую хату узнать? Так я и написал. Чё? Треба дати рису охолонуту температуру. Цю заправку... Послушай, потім заливаємо цю заправку в рис, або обережно перегортаємо рис дерев'яною лопаткою. Треба дати рису охолонути до температури тіла. В цей час можна приготувати начинку для суші. Для цього інгредієнти... Соломинками близько 5 мм. Васабі розвести з водою при порції 1-1. Ретельно помішати, імбір висипають з пакетику та заливають в розсіл. Можна нарізати порції 1-1. Ретельно перемішати, імбір висипають з пакетику та заливають в розсіл. Можна нарізати як маленькі шматочки. Далі починаємо готувати для цього. Для цього беремо килимок на суші та норі. Все. А що таке килимок для суші? Дерев'яна хуйта должна бути. Где у тебя дерев'яна хуйня для суші? Нету. Ти совсем єблан? У тебя нет деревянной хуйни для суши? Нет. Так как мы их будем крутить? Руками. Боже мой, блядь. Да вот, берешь, короче, вот так вот и так катаешь. На досточке, какая разница? Я не нашел эту деревянную хуйню, похуй. Тебе рис пишет, кажись. Позвони на охрану, ёлку. Бля, там уже рис кипит, сука. Скажу вам так, пускай рис разбирается с этим дерьмом, я буду просто есть. Стоп, я сейчас позвоню. Алло. Дай мне трубку, дай мне трубку. Не прыгал. Нет.
Смачно. Не хочешь в блютуза подключиться, музыку свою врубить? Не, давай лучше твою, брат, у меня хуйня одна. Okay. У меня Майот и Кизару новые альбомы. Все, она поднимается. Я ее не видел 2 месяца, кстати. Я ее видел, нет. Она у тебя на днюхе была, Йосиф. Вот поэтому и не видел. Потому что она как будто была, как будто ее не было. Майота и Кизару. Не, Майота и Кизару нормально. Я не шарю за Майота. Кто это вообще, блядь? Да, включи Майот Мори. Не, у тебя реально нету деревянной этой хуйни? Да, реально. Я не нашел ее. Брат, ну мы не сможем суши нормально делать без нее. Это невозможно. Это как Но будут кривые, это как штукатурить стену руками, блядь. Штукатурить стену руками, блядь. Или, блядь, шпаклевать руками, блядь. Или есть борщ руками. Ну ебаный снич. А у нас уже риса не бьет. Теперь нужно его накрыть, короче. Тарелкой. Ну уже я не знаю, где моя крышка. И сколько, 10 минут или 5? Надо наоборот снять крышку. Наоборот, надо под крышкой, я смотрел хайк. Братик, для ознакомления я советую тебе... Это жожа? Большие сиськи, большой живот у меня, блядь, ебать нахуй. Жора нахуй. Ебать на телеке качество хуёвое. Смотри, какие мы в ОБС, а какие мы на самом. На телеке? И что это тут читать, блядь? Ну, хотя бы пойми, что там буквы существуют. Рис, укелькости... Ладно, ты пока почитай, я пойду рис встречу. Не, я пойду ее встречу. Нет, я пойду ее встречу. Не, иди нахуй. Ты иди я нахуй. Встречаю. Ладно. Читай, читай. А что у тебя на стуле зубочистка лежит под жопой? Блядь, ёбаный снич, блядь. Ладно, за ваше здоровье. Да. Пахнет как... У меня дома во Вьетнаме, отвечаешь? А я слышал, ты дома любишь голые ходить, так как бы... В смысле ты? У нас тут романтика, Рис. А, я думала, кто-то снял, блядь, все так, как я голая дома хожу. Я снял. Один раз. Ты сама же говорила. А где? Привет. Ты сама же мне говорила. Что я тебе говорила? Блядь, ты же коляска Бентли, а это что такое? Айр Джордан. Да, я амбассадор, блядь. Кто? Амбассадор. Это я две такие. Короче, Рис, мне похуй. Да, что такое? Готовь. О, можно рыбки, пожалуйста. Нихуя, мы пока... Мы не знали, семга или форель нужна. А есть руки салфетка? Помыла? Есть... Руки мыла? Да, сейчас. Салфетки. Блядь, несмотря. Ой. А, здорово. Привет. Ого, это не настоящий бонсай. Ого, у вас тут свечи романтические. Я тебе говорю. Ого, суши, так я сейчас набарганю. Так, блядь, у нас уже рис закипел. Нужен лосось слабосоленый. А ты какой купил, блядь? Это лосось слабосоленый. А там еще порезал. А что ты так его порезал? Ваш нужно... Ну ладно, нормально. Так, повтори. Ты злой, блядь. Повтори еще раз. Ладно, ты будешь с нами пить вино или нет? Кого? Мы хотим тебя споить, а потом... Хорошо, давайте мне винчик, и я сейчас накручу вам такие суши. А у него нет деревянной хуйни, чтобы суши крутить. Так я ж есть. Ну да. Это тоже верно. Ого, а можно я у тебя одолжу эту штучку? А нахуя тебе? Я верну потом. А что это? Да. А что это? Это Bubble Wand. О, Wand, как Magic Wand, это ж типа дрочила японская. Да нет. Что это? Забирай похуй. А что это за хуйня? Ебать, это... А, можно салфеточку мне сухую? Вон их, они узлов на диване. Узлой. Да, есть салфетка? Ого! Да, здесь. Ничего себе. Большие огурцы. Это битые огурцы. А почему ты взял бифты? А битые надо, да? Они такие длинные. Нахуя ты мыльные пузыри? Фу. Да тут глисты, блядь, у ней. Да похуй на эти пузыри, блядь. Я уже съел пол рыбы. Кстати, ничего, что он сырую ест, да? В смысле? Так она ж... Ты шо, её жарить собрался? Нет. Ебать, Бульба, убери со стола, нахуй, дебил, блядь. Алло, я праздник сейчас делаю, уёбище.
Чего, блин? Осторожно, я не дрочил 7 дней. Я могу накинуться прямо сейчас. Я начну кусать. Кусать за соски начну сейчас, прямо сейчас тут, блядь. Осторожно. Свои. Нет. Так, короче. У нас уже рис смотри. Хоккайдо клуб. Мы правильно конец приводим рис, смотри. Он тут... Что это такое? А, это бейк. Так, хорошо. Рис, у него нет деревянной хуйни. Что нам делать с Нори? Блять, а вы что не сказали, что у вас нет деревянной хуйни? Я тебе только что сказал, а ты говоришь, ой, зато я есть. Она у меня есть. Ну а да ты нахуя тут? Ты сама это сказала. Что, дайте я еще один стул принесу. Короче, давайте тогда так. Блять, а как? Ты моя мама. У меня, кстати, такая деревянная фигня для косяков была, типа. Окей, что нам делать? Я порезал рыбу. Я буду тебя знать. Цукор ванильный. Я порезал рыбу. Что нам там делать? Да. Я тут буду сидеть, хорошо? Злой возле тебя, брат. Сердце для... А, я думаю... Готовь нам. Райс. А, так его ж для суши, ой, для риса надо. Я порезал рыбу. Тебе надо в рис. Он сказал, ну, слышишь, ты умеешь его варить вообще, для начала? Так, ты сначала просто варишь рис, потом добавляешь это и разминаешь его. Ну, по идее, так. Ну, есть мы рецепт, варим. Чтоб я по рецепту, я дай по палку. Рецепту тебе четко не просто палку, делаю. Ну, блядь, ну, там хуёвый, там вот на коробке, видишь? На коробке написано. Ну, там хуёвый рецепт. Почему? Я не знаю. Потому что он по-украински не умеет читать. Просто так решил. Рис у кількості 250 грам, ретельно промити холодною водою, помістити у кастрюлю та залишити. Ладно, я думаю, ближче. Та залишити. А, та залити 325 мл води, довести до кипіння та варити 10 хвилин на маленькому вогні під закритою кришкою. Потім на 10 секунд увімкнути. Ви промивали рис? Так. Да. Ну. Потім на 10. Блять, ну ты сильный, блять, я не могу читать на украинском. Сильный вогонь, потім зняти кастрюлю з плити, залишити настоятись протягом 5 хвилин, у цей час готуємо. Ми це розуміємо. Він вже вариться. Вот, вариться он. А ми його не мили, нахуй надо, ми з крахмалом їдім. Так, вопрос не в крахмалі, там чорні всякі хуйні бувають, типа. Білок. Нет, это типа, ну как пшено, и вот чистят, правильно? То, что доломать природа, не грех и в рот взять. Я не могу понять. Что нам делать с рисом? Блять, почему ты сразу подумала, что ты хуй типа сосешь с такими мыслями? Ну типа, блять, тоже ж мать природы дала. Короче, ребят, мне нужно знать, сколько варится этот рис. Слайм. Что? Ебло. Рис сколько варится? Да я ебу, вот мы сразу его... Сейчас заново, значит, варить мы будем. Какая разница? В смысле, какая разница? Какая разница, блядь, он разварится, ему пиздец, Йосиф. Он разварится, ему ну пизда. Да, он превратится посмотри. Просто вот, в кашу. Посмотри, ты сделаешь посмотри. Из него рисовое тесто. Посмотри. Шо, посмотри, я посмотрела, шо у меня, блядь, в глазах нахуй показано, сколько он варился, блядь, или что? Ну, минут 10 варится. Минут 10, да, 15, 5. Блядь, не АФКаш, я тебя умоляю. Да я оу. Не... Посмотри, пожалуйста, посмотри. Шо, я вижу рис. Ну, почти сварился, я и хуй знает. Ты мама. Вообще, походу, не с этой планеты, да? Все, типа, ладно, я спрашиваю, вырубаю, сколько... Я мама пришла. Есть еще рис? Да, есть. Такой. Вот этот. Выливай куда-то вот эту хуйню бодягу. Господи Иисусе, он на жемчуг похож. Так охуенный. Он уже почти приготовился. Блять, слушай, я тебя умоляю, давай я помою рис нормально и заварю его. Давай, рис. Давай. В этом ты точно шаришь. Ну, типа, блин, чтобы умеем. Было все правильно, а не как обычно. Согласен. Давай. Ты думаешь, нахуя я тут? Я тут, а чтобы да, контролировать. Я тут, чтобы все контролировать. Контролировать? Конечно. И рыбу я резал, кстати. Ну так, я хочу тоже вклад внести. Внести вклад. Я резал. Нормально резал. Что такое? Хочешь потрапезничать? Возьми кусок получше. Я сейчас посмотрю, есть ли там глисты. Я сейчас... Ебать, черепашкам-ниндзя подарок там нахуй. Риса похавают. Ебать, это что такое? Я сейчас, знаешь... Вот, только кастрюля горячая. Я сейчас посмотрю, есть ли там глисты, а потом посмотрю на а тебя. А куда ставить? Злой, это VR-очки мои, блядь, не трогай. И что, ты свой член разглядываешь у них? Твой член. Давай, сюда. Кастрюлю, где у тебя мочалка? Мочалка? Давай тобой помою. Рис, нихуя у тебя сиськи, блядь.
Ебанешься, нахуй. Ты без лифчика? А ты заглянул уже? Так а что я нужен, если сисек нет, лол? Так а вот. Злой, смотри, что у меня есть. Что это? Таблетки. Это для животных? Ого, это что такое? А что это за даблы, покажи. Ебать, на ешки похоже. А что это такое? Made in China. У нас такой хуйни не делают, это что? Я не знаю. Choking hazard. Так а что это такое? Я хочу кушать. Ааа, нихуя себе. Это можно выращивать пони. Меня не кормят. Animals. Меня не кормят. Бля, давай вырастим. Давай. Рис, давай лучше настоящего вырастим. Это нужно в стакан и воды добавить. Давай. Алло, мы будем готовить материал или... Материал этилен винит. Смотри, вот у меня есть такой стакан, смотри, вот такой. О! Так, короче, сейчас, дайте кидай, кидай эту хуйню сюда. Ты будешь готовить пони, мы будем готовить суши. Я даже дома эту хуйню не делаю. Какую? Ну я типа все загружаю в посудомойку. Не, не надо открывать, кидай. А воду надо. Да стоп! Что? А давай в сои, в соевом соусе. Не, это же это кринж будет. Че, гомункула вырастить хочешь, блядь? Мы сейчас будем выращивать таблетку, смотрите. Таблетку. Обычно после, таблеток что-то выращивают. Ну да. Все. Есть мусорка? Можешь выкинуть. Как дела, Рис? Это твое вино, да? Как дела? А, ты мне налил это вино? Я думала, это зеленый чай. Как дела у тебя? Это нормально. Готовишь? Это мое вино. Да, я сейчас. Когда ты последний раз готовила? Вчера. Было вкусно? Да, я если берусь заготовку, то я типа берусь заготовку не чтобы нахрючиться, типа я хочу, чтобы было все красиво. Не, но было вкусно вчера. Позавчера. А, позавчера. А кто-то может подтвердить? Помните наш первый совместный стрим, да, как блин. Мы готовили гречку с курицей? Да, и меня забанили сразу же. Да, в этот же день. Мы с тобой пошли, кстати, на почту, и его забанили. Согласен. Мне кажется, из-за гречки. Это, кстати, было ровно год назад. Ровно год назад? Да. Это было летом, ты епатий нахуй. Это было не летом, мы в курточках были. Давай. Я еще помню, я и цвет. Рис, дай мне, блядь. Это было год назад? А, спасибо. Я ей еще цветы купила, они у меня завяли дома. А в чем разница? Я не ебу. Епатий, блядь. Это... Говорит, год назад говорит, слышишь? Летом было, блядь. Я каким еще. Летом, блядь, мы... Я в Харьков еще поехал к Ваде, блядь. Это май месяц был, ты Евпаторий, блядь. Евпаторий. Вот видишь, такая хуйня всплывает? Да. Вот ее типа хавать не надо. А я хавал всегда. Вырос красиво. Видишь, что это вот? Мэ. Что за бизнес, сука? Бля, я так ждала этого трека. Я так ждал. О, опять всплыла, видишь? Крис, я так жду суши от тебя, пиздец. Ну, я никогда вот... таких, ну, красивые девушки никогда суши не готовят. Блин, ты кашляешь. Я уже набухал. Да, бабочка нормальная такая. У индианочек. Блядь. Welcome to the club, buddy. Бля, тут еще было. Рис, а ты вот... Ну ладно. Сука. Блядь, поставься на мой. Не люблю, когда мне приглашают на кукинг, а я нихуя не делаю. Ну сейчас сделаешь. Сейчас будешь жарить рис. А потом что мне надо сделать? Вот смотри, тут уже гомункулы вырастают нахуй. Смотри! Есть сито? Нет. Нет. Его мапки выкинул. Блин, там уже есть таблетки, гомункулы вырастают. Подожди, нахуй он его выкинул? Короче, мапки оставил все мои вещи на прошлой квартире, а я был в Москве и их выкинули. Что? Да. Ебать надо. Там выкинули Wi-Fi роутер, шторы за 1000 баксов. Что? Нахуя? Нахуя подсветки. Всю посуду. Нахуя, подожди, а ты не мог забрать это? Я в Москве был. Как будто, блядь, такие распиздывал, я в ахуе, ребят. Они просто уехали и оставили все. Блядь, тут столько говна с него льется, блядь, а вы его не промывали, серьезно? Рис, я ждал тебя только. Я уже третий бокал вина пью. Просто я не думаю, что нам этого риса хватит просто, типа, ну, вы... Так а сколько мы роллов будем делать? 1000 штук? На все из Китая, блядь, или что?
Ну тут на один хватит, я не знаю. Ну ладно. На один ролл? Ладно, блядь, на мы все равно потом пойдем в какой-то, блядь, ЗВД и пожрем. Ну я ел, да. Я на правильном питании. Я в зал хожу. Так хорошо, блин, в рейсе как нет правильного питания, тебе нет, по факту только за нет калориями нужно следить. Я только ем гречку, мне похуй. И рыбу. И девчонок хаваю еще иногда. Снизу начинаю, чтобы вкуснее было. Давай питьевую воду делаем. Что за бизнес, сука? Есть питьевая вода, брат. Она у меня фильтр стоит. Блядь, это фильтр все равно, ну типа... Так, не ной, давай ебаш. Нормально все же. Хлестни, блядь, вот эту хуету. В смысле? Что хлестнуть? Юникорн, блядь. Нахуй мы выращиваем ребенка на троих? У нас еврейская семья, что ли, блядь? Ты дрыны сегодня хавал, да? Потому что я хотел картошки. Что такое дрыны? Понятнее. Дрыны — это картошка с... Это дряники, чем, брат. Да? Это просто дряники, просто жареная картошка. Дряники? Перемолотая в мясорубке жареная картошка. Что за бизнес, сука? Ааа, почему у тебя... Помоги ей включить. А, сейчас все, помогу. Нормально, переключил. Holy fuck. Плита нормальная. Плита нормальная, я говорю, блядь, качественная. Я думал, все с ней могут управиться. Нормально. Ты не думаешь, что мы на жопу смотрим? Мы что, блядь, жоп не видели? Мы что, жоп не видели? Нет, просто плита, я смотрю охуенно на этого, блядь. Ты просто, а ну встань возле плиты. Слышишь? Встань возле плиты. Где? Спиной к нам, вот так, да. Ну, блядь, ты классно, ты классно сочетаешься с плитой. У тебя классные шмотки под плиту подходят. Что за... Что? О чем ты думаешь? Этот. Вульгарная женщина, ты о чем думаешь в своем голове? Тупо, блядь, маме сказать, ебать. Ты охуенно возле плиты выглядишь. Ну а что, это плохо? Свою уже нарезал рыбку, смотри, как идеальные слайсы. Так, где эта коробка? Охуенная. Я хочу сделать все правильно. Ну посмотрите, как же классно, да? Как же гармонийно стоит кастрюля. Классно, вообще охуенно. А отражение, ты видел отражение в кастрюле? Да, вообще ебанешься. Охуенно, жопу даже ее видно в отражении. Не только жопу. Я вижу миску и нас, кстати. Гармонийная грязюка. Гармонийная грязюка. Ага. Так. Все, я хочу работать, мне похуй. Скажи. Так. Мы будем с авокадо или с огурцами? Откроем с авокадо. Мужчина здесь, мужчина открывает. Мы со злым сходим с огурчиками. Изи, блядь. Слабая хуйня, блядь. Даже ничего не... Что с ней? Это картошка, блядь? Картошку взял, еблан. Что это такое? Авокадо. Это авокадо такой? В следующий раз бери авокадо. Зеленый есть хотя бы. Такой авокадо, короче. Зеленый, да? А, it это go. Потому что он... Eat to go называется. И он уже готов. А это хуета, конечно, да. А что это? Я тебе более того скажу. Что это? Ты купил испорченный авокадо. Как это понять? Ну, Чипа, там плесень внутри. А, рили, блядь. Дядь, это рили. Меня наебали, блядь, нахуй ты выкинул его. Тебя наебали на авокадо. Бля, ну значит с огурцами. Вон мусорка под мойкой. Ебать ты лох, под мойкой. Я еще это пиздец. Пиздец, купить? А как открыть это? Плесневелый авокадо. Снизу, снизу, под раковиной. Под раковиной, злой. Блядь, где мешалка? Где Дядыч, или... вообще? Помоги, вон, его. Вон там все в этой в чашке. Это типа не мешалка, это для жарки, для... Что купил? Использованный авокадо. Использованный? Ну, типа, не использованный, все, значит, едим с огурцами, это значит плюс, ты не хотел авокадо, нахуй. Все, нахуй, мы не будем авокадо есть. Крис, у тебя такая классная жопа. Давай я помешаю, брат. Блядь, ты заебал, я тебе сейчас лопну, сука, блядь, ты ёлоп совсем. Давай огурцы я буду резать. Давай помешаю, брат. Давай я буду огурцы. Не мешай, блядь. Я буду резать. Не мешай, ну давай. Не помешаю. Дайте мне соевый соус. Давай я клусну, блядь. Ты как клусну, блядь. Чё, блядь, ты сейчас уснёшь над этой кастрюлей. Не, я мешаю, медленно же. Так, ну, получается, бля, второй авокадо, чё с ним? Такое же уёбище. Давай с огурцами. Да не, ну тот открылся и начал портиться. А вообще авокадо долго лежит, он ещё доспевает, типа, когда лежит. А я помешал, кстати. А, накрой крышкой и снизь огонь, но на два. Чё делать, пацаны? Где нож? Кого резать? Вот. Блядь, крышка, у него тарелка. Нет, тогда хуя, смотри. Крис, у него тарелка вместо крышки. Да, у меня была клининг, и он куда-то убрал крышку, я не знаю, где она. Он? У тебя убирается мужик? Да. Нет, я шучу, женщина. Мужчина, ой, муж на час?
Нет, женщина приходила, убирала. Сказал давай, он. Что ты я делаешь? Пошутил. Окей, надо что-то дальше. Огурец. Это наши украинские? Да. Огурец гладкостволый. Блядь, вот я сейчас все делаю и такая думаю, ну, типа, знаете, как Кизару говорил? Хочешь, чтобы все получилось, сделай все сам. Мама также мне говорила. Нихуя Кизару твой тупой, блядь, показывается. Мне мама постарше будет. А, блядь. Пиздил фразу нахуй. Сейчас, секунду, у меня просто Яня обещала. Аккуратно, блядь. Что? Да ничего. Огурец витаратик? Витаратик. Он испорченный, да? Нет. Нет, свежий авокадо. Здравствуйте, пустите девочку на второй этаж. Да-да-да. Спасибо. Да, он весь облеснел, посмотри. Фу, белая плесень, блядь. Ёбаный хуй. Фу. Я в ахуе, Яныч. Я откуда? Я авокадо никогда в жизни не люблю. Это я такая хуйня. Это мусорник? Да. Да. Похуй закидывай. Ну, блядь, вообще мусорный пакет. Ну, вообще, как бы, ну, типа, ты сказал, похуй закидывай уже в процессе. Я порежу. Ёб твою мать, это ж, господи, член? Иисусе, блядь, я охуел. Давай её атакуем. Ладно, я порежу. Я порежу. Я пошутил, это шутка, don't worry. А, погоди, я ж резала авокадо испорчу. Не дадут, блядь. Окей, как резать его? Не дадут, слайсами? Сам справишься. Слайсами? Вот так? Хорошо его, по-моему? Конечно. Не верю. Ну давай вебку повыше, да, чтобы злого было видно или нет? Ну я слишком высокий. Может, а есть соль может... или сода? Нихуя у него нет. Соль есть, да. Соль там в шкафчике. Вот этом, вот боковом, который на углу, да. Нажми на него. Там соль где-то есть. Ага. Что это за таблетки у тебя? Ну, твое дело. Виагра, блядь, у тебя с хуем проблемы, брат? Да. На туре Виагра? А, так ты пизда, ты говорил, что ты трахаешь? А тут оказывается не сам? Я хочу что-то сделать, блядь. Уберите нахуй этого Пиноккио, который вырос тут. Ладно, вот это мое вино. Это что за уебище? Это Нори. Это Нори. Пакеты эти нахуй отсюда. Ведь это что, блядь? Это цукр. У него сахара цукр. Нет. Цукр нам пригодится, ванильный. Имбирь. У меня есть имбирь. У нас есть имбирь. Тут вот баночка еще целая. Я вижу, брат. Что такое? Блядь, иди, он еще тебя тараканы! Где, блядь? Блядь, посмотри! Я тебя видела тараканы. Блядь, я их так боюсь. Это ебаная морда. Посмотри, это маленький таракан. Это маленькая мошка, это мошка, блядь, ты что, еб... Это не мошка, у мошки меньше ручек, блядь. А ты как сосчитала, блядь, со своим дозрением? Это ебаная мошка! Это вот не такая... мошка! Филиху... Это не мошка, блядь, это маленький таракасик. Я сейчас покажу пацанам, дай. Блядь, не ходи, фу, дай его нахуй. Сюда. Блядь, я тебя ебаный. Смотрите, она говорит, вот это таракан. Смотрите. Нет. Говорит, чистый, вот это таракан. Чистый военный. Вот видите, вот это, тара... вот это таракан. Я только со своих рук. Я ору. Так, в смысле, я тебе помогла? Вот это таракан, блядь. Что? Слушай. А, может, тебе соль? Это вообще хуйня, залупа маленькая. Не, я не балую соль. На, что? А я так люблю эту. Ну, а давай ты первая. Ого! О май гад! А ну еще раз. На. Мне очень вкусно. Как она его... Кусай! Вы какие-то сперматоксикозники, ей-богу. Не дрочабрь, бро. Нет. Вкусни охуеешь, извини. Вкусни охуеешь. Это вкусно. После Дианы? Давай да я. Ты не куснул. Вкусно. А, ты куснул? Да. А, подожди. Да дурачок, я тебя посолить-то была. Блядь. А теперь кусни. Рис. Дай выкинь. Ой, чуть пальцы не залезли, куда не надо. Да вот не давай уже. Да блядь, да что это, сука, за эти, блядь, у него? Да как это открывается? Заебёшь. Согласен. Где мой энергетик? Бля, огурец вкусный сейчас, пиздец. Охуенный, бро, пиздец. Очень вкусный. Просто охуенный. 10 из 10 огурцов. Вот. Не, брат, трапезничай, на здоровье. Есть еще досточка? Есть. Не-а. Посудомойки. Я есть, хочешь на мне порезать? Есть.
Нет, дай рис помешаю. Блядь, я не люблю сидеть без дела. Вот, блядь, меня... Злой, выеби ее своим маленьким тараканом. Не, она их боится. Спасибо за 50, бро. Спасибо. Спасибо за 50. И пойдешь, что настроил охуенно, да, злой? Да, нихуя не купил, брат. Везде чаты, везде. А ты знаешь, там уксус надо еще, ты выкупаешь? Это потом настояться, настояться. Уксус уже нужен, чтобы для липкости, типа, уже после того, как он, ну, приготовился. Ты, блядь, евнух, нахуй ты съел, блядь, огурец? А чем кусуши делать, нахуй я это делать? Давай меньше, я не говорю без слов. No way. Подхожу к своей работе деликатно. Нахуй красно-синие мигалки, ты не знал. Если побежали, давай готовить. Скрути, скрути, что типа не слышит нихуя. Так. Да, давай, давай, что? Еще скажи. Один. Режу. Я, ну, блядь. Ну, надо помыть его. Ну, я что, мыть не умею, я не могу понять. У меня руки крюки, умею. Их распрыскивают всякие нарезай, злой, злой, нарезай, нарезай. Я знаю, но я умею. Я умею мыть. Ты когда его помыл, он был скользкий. Это после твоих рук. Они после меня. Блядь, у нас какой-то фудпорн тут начинается, если честно, типа. Смотри. Ты кое-что, блядь, я сейчас зараз как лусну, блядь. Ой, чё? Рис. Чё? Я хочу что-то делать, потому что я не люблю на кухне нихуя не делать. Я же говорю, сейчас, я помою огурчики. Хочешь, два огурца сейчас в рот засуну? Это слишком много огурцов, не надо этим мыть. А я один съесть хочу. Зачем ты его в рот засуну, я вот так буду. Зачем ты его посолила? Надо же как-то свой с этим... С воском снять. Либо сода, либо соль. Два мужчины в одном хаосе, так сказать. Все по канонам. Нам готовы терпеть на них. Покажи, как ты управляешься с огурцами. Что? Неплохо. Ебать огурец, как пенис Лола. Спасибо за 50, Йосип. Это 50 было? А, да. Кстати, спасибо за комплимент, брат. А зачем ты отдельно купил рис Лолоцит, если в наборе он есть? Я не знал. Он не знает. Ну, на самом деле, типа, наборная хуйня полная. Правда? Согласна. Ну, типа, почему? Наборная хуйня лучше, чем обычная. Ну, типа, не совсем. Понимаешь, они дают набор. Это набор хуйня. Они набор. Это же набор, типа, для очень, ну, типа... А мы такие профессионалы. А мы профессионалы, не, имеется в виду, что все равно же уже есть, типа, набор. У него нет деревянной хуйни. Как ты будешь скручивать суши? У нас есть деревянная хуйня. Мы можем ее сделать. Ой. Сделать? Мы можем ее сделать. А как она в наборе, кстати, не шла? Как мы ее сделали? Это я купила, вот это вот из набора. А в наборе вообще сделать. Должна быть эта хуйня? Вот это вот в наборе было, вот это я купил. Как эти кораблестроители называются, блядь? Корабля... Ну... Забыл, блядь. Вообще, боже, какой ужас, что у тебя вообще... с эркой? Не, нормально. А, нет, там нормально. Это было на ВБСе. Это телек, да? Кораблестроители, как называются, забыл? Называются... Мы что, плотники, блядь, что делать будем? Пираты, пираты, брат. Деревянную хуйню. Мы пираты. Ладно, бро, приготовь васаби, пока мы тут стоим, просто так, чтобы где время не терять. Ты ебан, его просто залить водой надо. Кого, суп? Не, васаби. Я могу туда просто поплакать. Это что, дымовая граната или что? Блять. Там порошок блядь, или... Блядь, наш просила поставить на 2, сука, злой, ты так поставил на 4. Нет, я поставил на 5. А я просила на 2. Я не знаю, нахуй я пил вино, потому что, блядь, какой вино... Какой минус 2? Где, вино блядь, уже дошло до моей головы, в плитке есть минус 2, блядь. Он что, смотри, охлаждать начинает? Минус 2. Ты выключил плиту, бро. Долбоёб. Ты, ты... Ебать, ты рофлишь, злой. Я не рофлю, я просто не знал. Ебать, у нас кокинг какой-то. Я не знал. Зачем ты на меня кричишь, градус, я не знал. Минус 2, вот ты себе представляешь, я не на плите ну, минус 2. Ну так получилось, ну что я сделаю? Ну так получилось, я же не знал. Так получилось, извините. Ну ты не знал, ну, Ваня, я, да, я распиздяй, что? Ну так получилось. Блядь, я думаю, какого хуя, блядь? Какого хуя? Он неправильно сварился. Неправильно сварился, злой, ну пиздец, блядь.
Ты бы не пиздел бы. Бля, дайте я выпью. Даже я хочу быть на вашем уровне, вот, потому что я очень нервная становлюсь. Твой полный стакан. Почему ты на меня срываешься? Я не срываюсь, злой, просто ты запокапил. Все, я закрылся в себе. Злой, я тебе дарю эту повязку. Злой! Хватит! Я тебе подарил вот эту повязку. Злой! Я себе закрылся. Так, стоп, не там, надо. Донат, а что написано, я не могу прочитать. Ладно, я хочу скушать немножко. Как же я хочу, чтобы связала рис. Ладно, допустим. Я хочу скушать. Спасибо за рис. Блядь, шо ж ты меня тыцаешь, блин, я так пугаюсь. Так у вас же схожесть стопроцентная, как я типа испугалась, да? Ебантяй, просто. Я просто хочу немножко риса скушать, как бы. Да, блядь, злой, ну серьезно! Я хочу поесть. Ну злой, ну серьезно, ну ебаный хуй. Я хочу поесть немного. Ладно, можешь мой пенис палочками этим назвать? Давай я тебе помогу. Слышишь, я просто неделю не могу сделать себе. Я хочу чем-то помочь. Что это? Это моча коня. Это вино, это Simple покупал. Вкусно, что это за вино? Оно вкусное. Просто. Что, невкусное, скажи? Короче, допустим, окей. Оно вкусное, я уже три выпил. Нарежь рыбку. Вот. Нарежь форель. Нет, она неправильно. Так как, покажи мне как, я ее нарежу. Он просто на одном примере, давай. Я ее нарежу. Ты чистыми руками резал? Нет, я ее в жопу ковырялся и порезал. Возьми. Слышишь, я спрашиваю, что там с пони, слышь, покажи гомункула, который был. Умер. А давай тогда всю пачку таблеток выкинем. Да все, хватит генерировать. Боже, что вы делали с рыбой? Мы... Как резать ее, покажи. Вот форель. Она менее жирная и более влагоупитанная. Вообще было бы прикольно порезать ее так, чтобы выложить и да, давай. Открывай. Я могу эту так порезать. Давай. Но ты уже не сможешь ее так порезать, потому что... Что? Можно еще бутерброды сделать с такой рыбой. У тебя хлеб есть? Нет. Какие нахуй бутерброды? Ты ел ебло, воздушное. Ладно, давай посмотрим, что есть. Хорошо, вертикально порежь. У меня есть вот такая вот хуйня. Ой. Стой. Что там? Это тебе подарок. Я не ем колбасу, брат. О, колбаса? Колбаса московская. Московская, где? Понятное дело, бери. Вот это так, ёбен забитым! Оооо! Так это Тернопильска, блядь. Где Москва находится? Ёлоп. Ладно, похуй. Ёбен забитым, я, блядь, трапезничать буду сейчас. Полный газ. Я буду сейчас кулинарить. У меня есть изюм. А хочешь банан? У меня есть авокадо. Да иди нахуй! Да я порежу, блядь! Ебло нахуй! Вот изюм, возьми. Стрим Габзавра. Оооо, имба. Шо с ним, блядь? Он похож на маленькие мошонки. Он хоть жив, но он грязный, блядь, ты идиот! Он с закрытыми дырками лежал на прилавке, ты его берешь и хаваешь. Плюс глисты, блядь, и коронавирус. А это злой его ел первый. Ну, у тебя там, в принципе, должно разъесть. У меня есть манго, давай сделаем сладкие суши одни, с манго и бананом. А давай ты пойдешь нахуй, давай. Я нарежу рыбу. Так при чем здесь, мы манго можем положить? Давай манго положим, стой. Так, блядь, когда там отсюда? Приготовьте заправку. Манго. О, вот, видишь? Ит манго. Вот, такая же наклейка на нормальном авокадо. Алло. А бананы любишь? Ты слышишь? Ты ж, блядь, не выживешь в этом мире, если не будешь слушать меня. Не, почему? Выживет. Что за паранойя? Не, просто я хочу порезать рыбу. Этот еблан стоит, блядь. Так, распакуй рыбу сначала. Распаковываю. Давай распаковка флорели. Но... Ты скажи, что тебе не нравится. Не нравится. Не нравится? Нет. Распаковка флорели на канале. В смысле? Ты растрепанный. Это стелек твой должен быть такой. Вот мой стелек. Я закрытый мальчик. Блядь, я мужчина. Приветствую тебя, юзернейм, нахуй. Суприм. Ты в этом... Блэкнет. Даркнет. Да меня не бей ты. Нахуй нам фруктов дохуя, ёбик. Возьми, пожалуйста. Бля, шо он уже сделал, нахуй? Перевертаем рис деревянную лопатку, блядь, понятно. Блядь, я сейчас умру от смеха. Зрозуміло.
Да салфетки. Салфетки? А куда ты их убрал? Они были у тебя, бро? А, вон они сзади за цветком. Лиз, как ты сейчас готовишь с такими йосыпами, как мы? Ебать, рыбка, я хуею. Кусочек рис. Это кусочек. Его привезли из Норвегии, свежие выловили его белые медведи. Отдели от кожи, ой, ну типа шкурки. Отдели от шкуры. И... А я не умею шкурку отделять. Ну так научись, блядь, что тогда, для чего тогда мы собрались? Мы учимся готовить. Где у тебя сахар? Сахара нету, есть только пудра. Вон, вот там возле бутылки вина, видишь? Это ванильный сахар. Добавь ванильный сахар. Ты... Да будет вкусненько, ванильный сахар. Ванильный сахар в суши, ты чё, ёбнешь? А нахуй мы манго купили тогда? А? У нас будут эксклюзивные, такие никто не делает, понятное дело, блядь. Я в твоих глазах не вижу отчета о ситуации, блин. Блять, какой пиздец. У нас еще цукровая пудра есть. Хочешь цукровую пудру? Вот там шкафу, надо против тебя. А, она ванильный цукор добавляет. Да, пришел. Ой, стой, там донат пришел, дай почитай, пожалуйста. Будете хавать ванильный суши? Есть такая строгая женщина, так и... Ой, не успею, пожалуйста. Есть такая строгая женщина, так и напрашивается, чтобы грязно... Отъеба... Повернули. Спасибо за 50, братан. Тебя хотят порерухнуть. Такая строгая женщина. Говорят. Суша пизда. Ну, можешь не добавлять. Не могу. Может, просто нельзя суши заказать? Не за суши, пришлите нам скидку, пожалуйста. Бля, а как, рыбу перевернуть лучше вот так, да? И отделить кожу. Если бы это была рекламная интеграция, я похуела. Я бы тоже охуел, прикинь, мы типа не можем приготовить суши, а потом мы их заказываем. Ой, где самые лучшие суши, блядь, в Киеве? Могли их просто заказать. Есть стаканчик? Есть стаканчик? Нет, нету. Есть в посудомойке стаканчики обычные. В кастрюле есть мерка. Это из Макдональдса стаканчик. Поддержку детей. Я всегда заказываю такие стаканчики. Блядь, ну поддержку детского здесь дома. Где-то 200. У тебя ножи, блядь, тупые, сука, как ты, блядь. Брат, ну серьезно, не тупые. Что ты расстроился? Пи. Пионер. Ты суши шеф? Или что? Ебать, грязюка, мы сейчас будем суши хавать, прикинь. Ну, саморучные, приготовленные. Сейчас такие свечи, суши будут, я чувствую. Срать кто-то будет так, что аж лоза, блядь, закатывать. Так нехуй сырую рыбу есть. Деби, what you would, bro. Суши шеф злой. Приготовит по рыбку самую лучшую. Ебать, ты отделил. Рис, я отделил. Ну. Рис. Ну, немножко отделил. Это плохо? Да нет. Не, он нормально отделил. Вообще заебись. А что выкидывать? Тут мясо еще ебанешь. Ну, да, сейчас. Это тоже? А сыр Филадельфия надо, да? Тот кусочек. Забери. Кусочек подвинь на нож. Ага. Да он его выбросит, все равно кушать не будет. В смысле не буду? Или будешь? Буду, конечно. Клади шкуру сюда. Бля, я хочу так зубами в нее вцепиться. Да и... вцепись, вот. Я так, блядь, чисто, можно? Давай, уничтожь ее нахуй. О, грязюка. Давай, съешь эту всю хуйню. Давай, давай. Бля, она такая вкусная, вот эта вот хуйня. Пиздец. Ебанет шмашмат ухватил просто. Самый вкусный. Как же грязно он ест эту рыбку. Да, есть. Дать тебе полюбу? Да. А рыба калорийная вообще? Нет. Это вообще полезная хуйня. От нее даже не потолстеешь. Потому что рыба, она водится в воде, она только водой питается, и у нее все мясо, это, ну, это чисто без калорий, чисто протеин, чистое мясо, мясо рыбное. Есть рыбная диета, белок там. Риша, ты ко мне завтра не опоздаешь?
на 12, на час. Надо будет встать. Лис, ну мы же потом поедем в Мокко, поедим, да? Ну я точно хочу поесть. Ну я тоже типа, точно. Я не поеду. Я сегодня... Ой, стой, донат пришел, стоп. Ты не ела сегодня? Я только йогурт ела, мне очень плохо было сегодня. Блять, он там не отобразился, ибо... Чингифер. Злой, добро. С лососем ты справляешься, а как насчет посмаковать рыбки рис? Добавишь к рыбке своего сыра? У меня, так сказать... Ладно, ничего не буду говорить. Давай просто приготовим вкусные роллы и просто их... Так, давай, что делать? А вы видели, стоп, какая у меня спальня? Нет. Какой там вид? Хочешь, злой, посмотреть? Там такая кровать большая. Хочешь, посмотрим, пока рис тут готовит? Давай, могу тебе показать спальню. Давай. Я просто думала, как нам сделать эту хуйню, которой нет. Рис, хочешь, я покажу спальню? Нет. А, ты уже ж была. Да, видела. Мы смотрели с рис матч Нави на моей кровати. Помнишь, Диана? Я помню, брат. Да, я помню, как ты рассказывал, как любишь одну девочку. А потом ты очень сильно начал грустить. Если ты не заваришь свое ебало, я расскажу все. Моя совесть. Я хочу что-то делать. Мне похуй. Ладно, какую я... девочку, я не знаю. Ладно, я посижу здесь. Не, хочешь ты посидеть? Давай так, ты посиди. Смотри, погоди. Посиди. Погоди. Дайте мне что-то сделать, что я не могу. Это информация. Блядь, тебе сказали что-то сделать, ты сказал, я сделал. Я не умею. А, точно. Я научусь. Молодец. Маленькими, длинными, да? Длинными. Да, давай. Как мастер, тоненькими. Просто как вот тоненько, так. Тоненько, как будто это писечка твоя. Вот так? Да, давай. Давай. Вот так? Вот так нормально? Ну вот это верхняя часть. Ну это хуйня, бро, если честно. Ну, Месси, вот так? Вот так нормально? Давай. Реши. Ну что, что я руками держу, я их мыл. Он мыл руки. Ты не брезгуешь? Все заебись. Погоди. Ну что? Ого! О май гад! А мне в рот дашь? Положишь кусочек? Нормально? Мне уже больше нечего. А мне, кстати, да, рыбка больше нравилась. Окей. Ня. Что, хуйня? Ня. Форель это вкусная. Ня. Бля, почему я именно увидела сообщение Дианы по национальности бурятка? Я полувьетнамка, полуполячка. Отъебитесь от меня. Полуукраинка. Нет, у меня украинских корней нет. Мы уже побывали. Нету. Украинские завоеватели. Что? Да я пошутил. Бля, ты выкупаешь, я могу шутить гораздо больнее. Да это шутка, бро. Не, окей. Типа, моя совесть. Один раз еще норм. Ну ты выкупаешь, папа. Я если мщу, то мщу больно. Ладно, прости. Рыба разваливается. Но в моих крепких руках мне никуда не... Главное, чтобы она не воняла. Вонючая рыба, я вообще ебал ее есть. Вкусное вино, да? Гляньте, ты такой Йосип. Блин. Я могу вытереть. Можно я твое вино возьму? Да, пей. Да нет, я шучу, конечно. Да пей. Да нет. Рис, у меня рыба разваливается. Все, вот так нам хватит таких кусочков, смотри. Тогда хватит срывать, все, можешь не резать. Точно? Да. Что дальше? Берем сыр Филадельфия, берем дальше. Mm-hmm. Берем дальше сыр Филадельфия и берем на кусочки, режем ее, ложим в лепестки нори и заматываем через. Лепестки нори. Ебать. А, это было гораздо проще, я его.
меня может вырвать от рыбы? Нет. Да. Нет. Я может вырвать... Вырвать может от всего. Ты очень много рыбы съел, мне кажется. Ну так рыба это полезное, это жирло питания. Твоего организма. Это полезно, но если ты ничем не разбавляешь, вот рыба у тебя усваивается в желудке. Рыба в желудке, у тебя будет шок. У тебя... Если у тебя интоксикация. Не, ну пойдет, так не говори хуйню. Нужно, типа... Ну стой, подожди, рыба у него разложится, и будет у него кусочки рыбы в среди кожи. Среди кожи у тебя будут кусочки рыбы, и ты можешь, ну, плавать. Бля, я как в дурке, знаете, типа Индианыч, это тот тип, который в углу вот так вот, типа, вот так вот, блядь. Ладно, я прикалываюсь. Мотается и какую-то штуку несёт постоянно. Всё, тихо, тихо, типа, пожалуйста. Ладно, давайте готовим. Какой-то набор слов. Филадельфия, давайте, открываем. Не, стой. Злой — это тип, который вечно параноится. Я а я типа, ну, у меня вечная злость, короче. Психотипы. Ты что на мужиков наезжаешь? Что это за звук? Звучит, как будто я презервативы для кого-то трахал. Ну, не совсем возбуждающий. Да, что надо делать? Ладно, у меня там в шкафчике есть витамин D. И что? Это имба, кстати. Витамин а D? Ты его пьешь? Конечно. Витамин D очень нужная тема. Витамин D. Если вы не пьете витамин D, то тогда пиздец. Пейте, покупите себе витамин D в аптеке. И пейте охуенный витамин врач. D. Я делаю рекламу витамина D. А нахуя его пить? Чтобы у тебя повышалось витамин Потому D. Потому что... Солнца нет? Да. У меня аллергия на солнце, типа, и при этом у меня недостаток витамина D жесткий. Витамин D для пениса действует хорошо, кстати. Да, спасибо, блядь. А есть ножнички? Нету. Мне жарко, брат. Ладно, есть для маникюра. Кажется, я болею короной. Что? Это пранк? Пранк не вообще запрещен. Бля, ну попробуем сделать хоть так. Ладно, хочешь, я тебе включу крутой трек? Ой, блядь. Нахуй с мастерами. На... Господи! Бля, Кизару ты можешь включить? Здесь слезы молодой принцессы, парируй и там что-то слезу. Можешь? Да. Что дальше? Блядский рот этой пленки! Бля, огурцы порежьте? Или давай, я порежу. Как так, это резать? Только так, чтобы без шкурочки. Что? А я шкурочку не умею снимать. Ты. Ну, во-первых... Просто откатывай, и что? Бро. И что? Бро, ну, не умею откатывай. Я, и что? Ты ладно. Умеешь штукатурить? Да. Я же крашусь. Не, я включаю твои... охуенный трек. Так я штукатурила свою комнату. А яйца умеешь брить? Умею. Ну, блядь, нихуя ты... Ладно. Схаваю. Я ж не рукожоп. Я все умею. Смотри, ты кому-то яйца брил? Конечно. Зачем? Ну, типа, фетиш какой-то. Да нет, ну типа... О, давай подождем, пока у тебя яйца вырастут, а мы... Блядь, ну когда у вас, типа, ну, семейная жизнь, почему бы не побрить яйца? Типа, камон. А жопу брить надо? А чел спал или, ну, был на работе? Да нет, ну типа в душе стоишь, типа, и помогаешь собраться человеку на работу, лол. А, ну... И побрить яйца заодно. Так. Прикольно. Бля, на самом деле просто... Что? Тупой ножик, он, типа... Это Денджер Лёха покупал его вини. Так его надо точить, наверное. Не, такой типа не. Там для нас запрещенный, кстати. Я его пропускаю. А, тут не запрещенный, блядь. Я бы порезал, но я не умею. Серьезно. А, сука, и Волон это вообще самый лучший. Давай я попробую. Нажми, нажми. Называем конденсатор. Я попросил, включи мне песню, пожалуйста. Тебе не нравится мне... эта песня? Мне нравится, но я ее 80 раз слушал. Вам нравится песня, чат? Включи слезы молодой принцессы. Ладно, давай включи другой трек. Вот такой трек, как тебе? Я его слушал 40 раз. Вот этот трек? Ну, включи, да. Пиздец. Какой трек? Слезы молодой принцессы. Слезы молодой принцессы? Да. А, так. Да я хуй, дай сюда. Да? Окей. Он родился на блоке. Бля, у меня хоть аллергия на лактозу, но я так хочу Филадельфию. Вот этот трек? Да? Да. Послушаем, что за хуйню вас слушает.
Блять, как я обожаю сыр. Филадельфия, сырок? Ой-ой-ой-ой-ой. Это жестко. Это так вкусно, господи. У тебя белое на губах. Ну, бывает. Блять. Меня хоть сейчас попрыщет от этого, но это так вкусно. Что за трек ты заказал? Не, я умею резать, я забыл об этом. Все, держи. Что дальше с ним делать? Уебище, блядь. Ты почистил огурец? Ты да. Красавчик. Я могу его и порезать. Да на, чекни сейчас. Блядский рот, порежь его. О том, как мама звала за ребенка, когда он слышал. Вот спасибо так? За 50, бро. Вот так? Типа вы... Да, да, да. Ну, во-первых, нужно сначала вот так, а потом... Я его разрежу. Бля, что за хуйню ты заказал, сейчас. Пиздец? Сиди нахуй, блядь. Я включаю сам... нормальный трек для пацанов. Нахуй. Для пацанов, блядь. Для пацанов. Даже не знаешь исполнителя, блядь. Для правда. Пацанов включил охуенный трек. Послушайте, пацаны. У тебя есть тапки? Нет. А майот у тебя есть? Вы уже и так напились. Включи майот мне. Майот море. Включи мне. Ну включи. Так это майот. Не, море включи, я знаю, что там. Хоть где-то будет море в этом году. Нормально. Ладно, давай другой криво? Трек, давай другой вот этот трек. Нормально или криво? Заебал меня, как слава Мэрлу, блядь, я уже просто послушал его. Но я не могу вот это есть, ты уебище. Там запрещенка, ебло, тебе пишет Жожо. Майот море. В море нету запрещенки. Жожо, а ты понимаешь, мы же с тобой нету. Хоррор стримим. Запрещенка не в море, а запрещенка в Ауге. Море? Да. Под ногами лёд, и сердце лёд, как они лёд, я не вижу кто. Все, заебись. Где огурец, блядь? А. Эти тоже? Ох, ну все, это дай мне один, дай раз попробую. Что за худи, где купил? Я не помню. В каком-то американском сайте. Хош? Могу вам потом... Нет. Ну это Филадельфия. Ты эту ложку облизывала? Не я. Ты? Нет. Ты ее так брала? А, я ее вытерла тогда. Есть в клипах, я думаю. Да. Майот, можешь включить мне уебище море? Могу, прямо сейчас. Море. Смотри, включил. Это что, я с тобой поцеловался или что? Ну, Рис. Типа да. Так, подожди, так он сосо поцеловался тоже? Так я тоже, получается? Ты тоже облизал эту ложку? Я ее не облизывал, я никогда не облизывал ложку. Да, я облизал ложку. Да, пожалуйста. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, я вкусно. Ебать, огурец чищу, смотрите. Ничего. Просто трек охуенный. Мне так, вау, голову скружило. Только сюда не клади ничего. Зачем ты сюда сплюнул, долбоёб? Ты долбоёб или что? Блять, Аня, ты смотришь сейчас стрим? Это кефир? Ну да, я типа пью кефир. Нахуя? Чтоб какать проще было? Нет, просто я типа кушать не хочу второй день, но сейчас что-то... Да ты долбоёб или что? Нахуй ты мусоришь сюда, блять? В смысле, я огурец почистил. Да ты еблан! Блять, Аня, ты здесь? Ты на стриме? Аня, ты здесь? Ани здесь нету! Из рота в рот получается микроб. Правильно. А еще один в жопу, один в рот, выгоняем кислород. Злай. Выкинь, пожалуйста. И вот это выкинь, иди сюда.
вот это еще выкинуть. Ты мне просто злой называешь, ты забыла, как меня зовут? Нет. Не, пускай было, там же не до конца! А там Федук, осталось, блядь! А с Федуком где? Это без Федука. С Федуком! Это без Федука. Без Федука дай не салфетки. То! Блядь, без Федука не то, нахуй! АФК, сука, если ты АФК Олег, то... Да я пошутил, блядь, если давай! Если ты АФК Олег, то кто резать, переключает песни, блядь? Давай шкурку мне, блядь! Я буду резать! Если ты АФК Олег, то кто переключает песни, блядь? Кто, блядь, это делает? Подвинься, я хотел тут сеть огурец нарезать. Море с Федуком мне можно? Пока при памяти. Ты сейчас СП включишь. Кто это? Это она переключает. Там все музыки есть все-таки. Йоу, йоу, сидим на хате, мы втроем делаем суши. Этим днем на улице темно, как твои глаза. Слушай, ты не будешь кушать, потому что ты мудак. Оу, огурец нарезаю, как твою девочку я. В кровати твоей же ты смотришь на меня. Оу, девочка, тебе куда? Эй, разъебал тебя на битах. Оу. Сюда, нахуй, сюда. А чё, АФК дай нас какой-то? Или минута молчания в честь, блядь, погибшего лосося, которого мы сегодня стоп, съедим? Стоп, донат пришёл! Блядь, какой же ты... Мне одного отвечал, он выебался. Меня не выебался. АФК, АФК, блядь, пока бабки просто не цинь, блядь, на базу. Да такой, я пошутил. Бабки, бабки, спасибо бабки, за 50, бабки, братан. Я уже не АФК, ты я лучше. Уже к бабкам иду. А можно шкурку от огурцаев есть? Брат, бесполезно кушать шкурку без огурца, если ты сам как огурец. Рис, да, какой тебе нравится больше, вот этот или вот этот? Мне нравится побольше, вот этот. Какой тебе побольше нравится? Вот этот огромный для нее. Ничего не ложила, что? Какой тебе больше нравится, маленький или толстенький такой? Побольше. Блядь, не знаю, что тебе ответить, я сейчас не об этом думаю. Но я же не знаю, как резать. Я ж про огурец. Нет, ты хорошо порезал, клади сюда. Ты опять меня игнорируешь, да? Ну ладно. Нет, ты хорошо нарезал, бро, я тебе сказал. Можем, у нас сейчас будут роллы, просто оу, лучше нельзя сушить. Огурцы я нарезал, оу, а, индианыч на хате у себя он отдыхал. Огурцы я нарезал, оу, оу, суши оу, мы и готовим, лосось, бро, и это с Филадельфии, красную рыбу мы положим туда, йоу, мы закрутим роллы. Закрой лучше ты, ебало, как тот ролл, ты не читаешь, ты просто говоришь, лучше отсоси, мышь, оу. Щит. Хм, да. Ты да, охуел. Да, пришел, иди по-моему туда, иди туда. Оу. Да, оу. Он пришел. Он от наебал. Яковчука. Я знал, что Кукинг пойдет по пизде так держать. Ебать, я предсказал донат? Чего? Яныч, ты можешь сейчас сказать, где я покупал худи? Да я потом скажу завтра. А что это? А что это за худи, кстати? Худи, это, сумка висит. Это винт... Это... Луи Витон, да. Это худи Луи Витон? Да. Бля, ну ты его убил, конечно, немножко. Якубчук, привет. Якубчук, здорово. О, Якоблук, блядь. Ты помнишь, ты видела его? Ну он у меня на стримах сидел, я его Якоблук называла. Вот, сука. Ты так говорила про нашего друга? Не, ну типа, блядь, я не могла прочитать его ник нормально. Ну смотри, Якубовича лучше он не оскорблять. Он на Викинга похож. Бля, я хуй знает, как мы без этой хуйни будем делать. А мы знаешь, как решим? Индианыч будет крутить. Блядь, оно такое огромное. Я буду крутить, походит. Давай. Оу. Закрути лучше свою ебало, парень, нужно, эй, я хуй знаю, суши с тебя. Ты синеволосый пиздюк, режь огурцы свои, пока я твой огурец не взял я в рот. Это, ой, не отрезал твой огурец. Это рыбка красная, как ее. Бля, ты что, покурил перед стримом? Откуда столько потока мыслей? Да я шучу. Ебать, его осадило, нахуй ты ему настроение сразу сломал. Нихуя я в рифму сказал, блядь, ты слышишь? Мы можем открыть свою суши-хуйню. Да, и будут мы. И будем крутить. Рис, я думаю, этого будет достаточно. Осторожно. Ты из кастрюли рукой достаешь? У тебя нет деревянной палочки и деревянной хуйни, типа специальные. У нас есть другая доска на стриме. Стол?
Стол, плита. Я зараз, я клусну тебе, блядь. А ты откуда начала украинский учить, раз украинских корней-то нету? Я же росла в Украине. Просто первый раз услышал Ukrainian language от тебя. Ой, а что это будет? Бля. А, так сначала ж Филадельфия имеет жить, Рис. Нет, Филадельфия потом в конце. Да? Можем, так что угодно можем, блядь, похуй. А, скрутите, блин, хули. Что скрутить? Скрути. Скрутите ровно. Как крутить? А нори я где? Подожди. Даже... А где нори? Ну положи нори поверх риса. Ну в конце тогда надо ложить, нет? В конце. Блядь, а что вы за суши хотели делать? Я что-то потерялась. С огурцом и с Филадельфией. Я надеялся, что ты нам делаешь суши. Я что-то подумала, что, ну, типа, нори положить. Я хотела, чтобы сверху рис был. Да, положи сейчас нори. Не-не-не-не, don't touch my кефир, блядь. Тихо. Алло. Я слушаю. Положите рыбу, я... А, нори надо на двое разрезать. Это слишком большой кусок. Это слишком большой кусок. Так это не то нори, там, там другое нори есть. Ну, блядь, у меня руки в жиру, блядь. Я не понимаю, что происходит. Давайте, блядь. Я... Сверху риса должен быть злой, не нори. Чат читай. А, ну ты. Блядь. Ты давно в этой сфере не была, я понял. У тебя ногти есть? Есть. Ну, вообще не особо. Ладно, какие-то хуевые треки пошли. Сапэ. Эй-эй. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, у меня полчаса осталось, брат. Уберите рыбу. Что? Со стрима. Уберите рыбу. Вот эту? В смысле вот убрать? Вот эту, подними, я нори положу. А как, куда поднять ее, в смысле? А Филадельфию на нори будешь? Блять, а листы норишь нужно тоже в уксусе, да? Нет. Нет? Нет. Его да? Нужно намочить пальцем. Нет. Ну это будут огромные суши, прям пиздец. Это будет вообще биг, да. Биг суши. Да похуй, у нас риса-то особо больше нет. Ну давай Филадельфию, как, куда Филадельфию? Это весь рис? Ну почти да. Там еще буквально... Так может вот так по половине сделаем? Нахуя нам такой большой кусок? По половине, вот будут так. Будут фреш-роллы, блядь, похуй, нам вообще. Здесь, мы, по-моему, нельзя, тут... нельзя. Мы, по-моему, тут не по стандартам готовим вообще. Нельзя все говорить, похуй, давай сделаем по половине, чтобы вкуснее было. Разрежешь потом, пока скрути это. А Филадельфия где? Вот она. Нет, уж тут надо туда. Big facts. Дай другую ложку. Сырок наложи туда, пожалуйста. Филадельфия. Я наложу, брат. Я возьму. Бля, ну вчера был пить. Нормально? Стоп. Рис, это твое вино? Да, ты же сказал, что ты его пить будешь. А ты не будешь? Не, на. Я? На. Не, фу, бэ. Ну ладно, за вас. Это потому Big что... Fate. Побольше, побольше сырочка. Я думал, ты злого хочешь. Жаль, что у меня сиськи не огромные. Я бы хотя бы сейчас бы потер себе. Облизал бы сейчас сосочек? Не, брат. Как хорошо, что... Ну, не Диана, другой. Алины какой-нибудь? Не, брат. Я хочу попробовать наше данное искусство, которое 2 часа времени ушло. Все, окей. Ну, у нас, допустим, оно есть. Почему ты туда намазал? Я же специально отодвинула. В серединку. В серединку. Ой, я в серединку, чтобы мы потом закручивали, а потом... Сука. Ебать, это не ролл будет, это будет шаурма, нахуй. Это будет фреш ролл. Это будет охуенный ролл. Я уверен, он самый вкусный. Давайте еще рыбу положим. Что там один только кусок? Давайте два. Блять. Рис, это слишком много Филадельфии. Это перебьет весь вкус. Съешь ее сначала, а потом говори. Нет, это перебьет вкус. Ничего не перебьет, блять. Огурешка еще положи. Это и как еще... будто... Ой, бля. Это как будто... Блять, если его размазать, его немного. А учитывая, что вы будете есть по одной сушке, блять. А ты очень... будешь с нами есть? Я попробую. Ты будешь с нами есть. Ну ты будешь с нами есть. Верно? По факту ты же приготовила все. Кстати, бульвар бездарь, кстати. Ты охуел. Ты в курсе. Мне это в чате написали.
А что делаем дальше? А вот эту штуку... Вот эту? Нет, там на положи, смотри, что пишет, там на Наташу в аэропорте не пустили, походу остается. А ты ее провожал? А у нас тут новости? Ну, новостной клуб, типа, или мы тут суши готовим? Simple 12.3 ебет. Лучший. Попробуйте закрутить, или? Я уже одно движение сделала. Рис, Теперь в другое нужно туда, а потом типа... Не, стой, пожалуйста! Я хочу, чтобы это сделал ты. Я не хочу, чтобы это делал. Я не смогу. Я сделаю, давай. Я сейчас. Я не умею. Я знаю, надо прижимать квадратиком, чтобы оно получилось четко. Там типа обрезать надо будет. Буррито! А, похуй. Брат, ты руки жирные, ты уебишь. Я вытер все. А душу? Улица шепчет, ты крыса ебаная. Кто? Я? Блять, это что, шаурма реально или что? Стоп, а где мой вейп? Ну у нас больше риса нет, что вы предлагаете? Растягивать удовольствие? Делаем огромные суши. А вот это все выкинем или что? Или я вот это буду с бутербродами есть? Каким бутербродом? У тебя хлеба нет. Я могу бутерброды без хлеба есть. Бутерброды без хлеба. Это как борщ без миски. Помнишь вот этот трек? Ой, бля. А? Помнишь вот этот трек? Я у тебя в квартире его слушал. Я не помню. О боже мой, блядь. Что такое? Что такое? Нет, все в порядке. Ну, типа, согласись, ну как бы мы сделали максимум из того, что могли, потому что у нас все-таки. Ну, давай не будем говорить мы, а ты. Получился буррито. Да, у нас немножко вылезло нори. Ты неправильно скрутила, блядь. Я надо было, чтобы я скручивал. Максимум, что ты можешь скрутить. А, мы сверху рыбку брат. Положим и разрежем. Брат, максимум, что ты можешь скрутить, это косяк, блядь. А ты вообще ничего не можешь скрутить. Я могу скрутить что-то другое. Что, это мусорку идет? Прикинь вот эту музычку. Косяк дверной, блядь, Йосипы. Бля. Где мои суши там? Погоди. Где там суши? Я телефон на зарядку нужно включить. Где суши? Да ты. Дальше, а ну уже, блядь, не нашло. Дай салфеточку. Особый соус, да? Надо пробовать. Я хочу попробовать. Ты попробуешь, погоди. Там есть палочки. Бля, этот виш? Это же огромная штуковина. Ёпта. Ну типа, давайте представим, что мы живем. Давайте не будем представлять. Что мы живем в общаге. И на самом деле... Вишня, спасибо тебе за прекраснейший рейд. Опа. Вишня, спасибо тебе большое. Вот ради тебя сейчас я... Мы сейчас будем суши тестировать. Ради тебя я покушаю рис. Блять. А даже не попробовать кусочек? Я есть хочу. Блять, это что за бизнес? Что за бизнес? Покупаешь, он ничего не режет. Но это вкусно. Но он не режет, не понял. Мы хотели сладкие суши, вон манго лежит. Иди нахуй. Мы хотели. С твоими, блядь. Что это, блядь, так? Ебать, это выглядит как дрочило, знаешь? Я туда максимум, что могу засунуть, это хуй, блядь. Что это такое, блядь? Вот это слушай, ну это вкусно. Вот это я 2000 потратил. Если это разрезать. Это вкусно, если не кушать целый день. На самом деле, спасибо за 50. Рыба, огурчик. У тебя только один нож в квартире? Вообще нет, в квартире. Там 50 ножей. Я еще ёбнусь. Ладно, у меня есть пистолет. И что, мы пистолетом порежем суши, еблан, блядь, утиный. Спасибо за рейд, Вишня. Вишенка, спасибо. И Марк, спасибо. Не, Марка там нет, это Вишенька. Нам Марк там чисто так, АФК. Ну, Вишня, спасибо. Когда Марк зарядит, Марк, скажу Марку спасибо. Да я шучу вообще. Как же ты его облизываешь? Я не облизываю, я же... Где у тебя тарелки? Можешь мне, пожалуйста, продемонстрировать? I'm done.
Но ты пусть не охуеешь. На себя. Что на себя? Тут ручек нету, сука! Стоп, вот туда вот, посудомойки. Глубокие, глубокие есть? Посудомойка, посудомойка. Это новый альбом Кизару? Да. Да на себя тяни, да бёса, сука, блядь. Ты что, блядь, за хата для долбоёба, блядь? Ты чашку взял, ты хотел тарелку глубокую. Что за бизнес, сука? Ты долбоёб. Открой его сначала. А что с вот этой рыбой делать? Есть! Я не могу понять, блядь! Это точно фильтр? Да. Нет. Да, да, 100%. Олег! Да? А у тебя анал трескается? А что там, мазь для анала? Натуре? А что не то? Что? Какая же хуйня играет, сейчас не могу слышать я, блять, вас. Эй, чат, переключи эту хуйню сейчас. Дай мне покушать под приятный джаз. Эй, 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 разъебал тебя, разъебал себя. Разъебу себя с ушами сейчас я. О, да, эй. Окей. Сильно. Фен, блядь, да, есть фен у меня. О, кстати, Colorway прикольная тема. О, кстати, да, прикольная вообще. Блядь, дай мне фен, господи. Ну дай. Мне уже ломка, дай мне фен. Сейчас дам. Стой, я запокушусь. Блядь, если ты сейчас не дашь фен, я всем покажу мазь для анала твою. Ты охуел. А что не так у него с аналом? Какая мазь для анала, блядь. Да, всё. Фен в спальне. Фен в спальне! Пойдем. Не пизди, у тебя там... Нет, там есть фен 100%. А, в натуре, ну. Если я откисну, мой канал благотворительность. Пожалуйста. Суши приготовим, говорил он. Приходи, суши приготовим вкусные. Классные. Тебе понравится. С рис. Я-то на кухне сам, он... Васаби еще даже нет, блядь. Блядь, я сейчас нахуй сгорю, блядь. Васаби еще нет, сука. Я раз помню, в деревне заказал суши, блядь. Нави, сюда! Заказал суши в деревне. Эти уебаны не поставили ни имбири, ни васаби. Я так сгорел на них, пиздец. Плюс 50 косарей сюда. Блядь, теперь главное опять не вступить в какую-то хуйню. Мы высохли все. Блядь, классные суши, я только что поел. Мы просушились. Ой. Блядь, мне тебя тут убирать. А подай мне йогуртик, пожалуйста. Какого хуя у меня вся, блядь, в огурцах? Хуйня. Будешь монстр? А-а. Я еще не подписалась на мой контракт. Будешь актимель? Не, я ж пью. У меня непереносимость лактозы. Лазер, если вы смотрите, подпишу контракт, буду говорить, что охуенно. Честно говорю, полная хуйня.
Так ты желтый взял, долбоёб. Ну хуёвый реально. Ну я попробую. Блять, я всегда Red Bull просто пью и не могу монстр пить. Там просто хуйня реально. Вот это хуйня, а вот тот попробуй, тот вкусный, который в холодильнике, зеленый. Не, дядь, ебало рот твои нахуй монстр. А что ты куришь? Не, я не буду твердить. Я позвоню, мне надо. Стой, а давай мы отрежем эту хуйню. Так у тебя нож не режет нори, выкупаешь? В смысле? Он тупой. Да он порежет. Как надо есть вот эту вот сардельку целую? Блять. А где мой телефон? Можно порезать. Вот, где-то. Там. Ага. Я вот так вот посижу, потому что у тебя мокрый пол. Пол — это лава, твоя бывшая шалава. Она уж бывшая или до сих пор? Я просто не знаю, типа, можно так называть или нет? Кого? Кого называть? Кого называть? Ну, вот девушку. Какую? Ну, я говорю, пол — это лава, твоя бывшая шалава. Потом вспомнила, что, типа, она бывшая или не бывшая еще. Кто она? Да тёлка, ёбаный рот. Да, очень классный, брат. Советую. Я домой. Не пора уже. Что? Не понял сейчас, в смысле ты домой? Мы завтра все равно увидимся. А я, блядь, здесь декорации ебать. Я думал, мы поедем, еще нормально пожрём. Не, я говорил Яночу, что мне на стрим надо сейчас. Я сегодня день стримал. А мы с тобой всем вдвоем сейчас? Ну да. Мы завтра все равно увидимся, завтра и поедим. Ты сгорел? Нам нужно будет эту хуйню. Что? Ты сгорел? Или ты спешишь куда-то? Не, у меня еще есть 15 минут. А куда тебе? Домой. А домой зачем? Стримить. А, ты стримить будешь? Да. Я не буду, я у Вадима буду. А, я думала, ты сгорел. Ты думала, я сгорел на тебя, Рис? Да. Нет, конечно, крошка. Точно? Конечно. Как на тебе можно сгореть? Ты же нам столько всего вкусного приготовила. Я бы ещё мне голову сверла. В отличие от этого уебана, который меня позвал, я даже суши не попробовал. Все же нормально, Рис. Точно? Переживай, да. Не знаю, такое ощущение, что ты пытаешься меня переубедить. Ну, типа... Мне хоть чем заняться, что ли, блядь? Переубеждать кого-то в чем-то. Не, я с вами еще посижу ради одного момента. Кушай, уебан. А ты макни в соевый соус и охуешь. Махни уши, блядь. Отрежь мне. Кушай. Да зачем? Кусни, а просто. Как я откушу? Берешь, кусаешь. Стоп, нож не режет, а зубы порежет. Ты что, рофлишь? А ты нахуй не точил его. Блядь, откуси. Нет, это слишком большой, брат. Ты его не съешь, поверь. Смотри, вот, разрезал как по маслу, просто, как по ты маслу. Ты его не съешь. Изи, блядь. Ты его не капка, съешь. Капка нахуй. Так макни в соевый соус, хрючево ебаное. Хрюч. Бля, я думала, это чай черный. Сука, я думаю, ты вообще конченый. Вкусно же? В смысле? Что не так? Вкусно, брат? На самом деле это вкусно, просто не воняет. У меня полная. Не полная. Полная. Не полная. Полная. Я отыгрываю на рис, камеру. Знаешь, и мне были бы вкусные, если бы я эти суши кушал бы с тебя. Ты пробовал этот рис? Рис, попробуй этот рис. Они вот так. Я думаю, они были бы намного вкуснее. Было бы интереснее даже. Не хочешь такой стрим? Ты рис не сварила, попробуй этот рис. Ёбаный хуй, отрежь, отрежь. Не сварила, его переварил злой. Нет, он недоваренный, он хрустит, блядь. Ну это зубы может... твои, брат. Это огурец хрустит. Нет, это рис. Он твердый. Да нихуя. Я тебе говорю, попробуй. Так я ж его ела, он был нормальный. Он пиздец хуёвый. Он даже срезается, если он срезается, значит он мягкий, алё. Ну ладно, тут хуёвый. Да он весь хуёвый. Так но это... В принципе, это полная хуйня. Проще. Ванильный сахар. Мне понравилось. Не, ну я нет, ел, мне понравилось. Нет, рис сам не переваренный, он просто... Бля, я чувствую вкус ванили в рисе. Нет, он просто твёрдый. Мне понравилось, я кушал. Ну, когда вы ели, я кушал. Сырой рис. Чада, спросите, вообще охуенно. Ну типа, ну я немного съел.